банально говорить, что дети — это цветы жизни, но когда ты видишь маленького ребенка, который приходит к тебе и говорит: я хочу научиться там фотографировать, или я хочу научиться танцевать, или, не знаю, я хочу научиться разговаривать со сцены, то ты начинаешь на них смотреть другими глазами, начинаешь думать: а мог бы я так сделать, мог бы я прийти и там в свои 10-12 лет сказать: я хочу научиться фотографировать. На занятиях мы будем учиться работать с техникой, работать с моделью, будут приглашены различные фотографы, которые дойдут свои мастер-классы. Мы пойдем и посмотрим в музеи на настоящие работы знаменитых фотографов, о которых знает весь мир. Также дети научатся строить свои собственные портфолио, и в конце курса они получат профессиональное портфолио из своих собственных фотографий.